Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 8, упражнение номер 2. За день на почте приняли несколько посылок с книгами по 8 килограммов каждая. Столько же посылок с фруктами по 6 килограммов каждая. Масса всех посылок с книгами 32 килограмма. Найди массу посылок с фруктами. Из условия задачи нам известно, что посылок с книгами было несколько. В каждой посылке с книгами было по 8 килограммов. И масса всех посылок с книгами 32 килограмма. А также нам известно, что посылок с фруктами было столько же. И в каждой из них было по 6 килограммов. Нам нужно найти массу посылок с фруктами. О посылке с книгами мы знаем, что в каждой посылке по 8 килограмм. И все эти посылки весят 32 килограмма. Поэтому мы можем узнать массу одной посылки. Для этого мы должны 32 разделить на 8. Получится 4. 4 посылки с книгами приняли на почте. Посылок с фруктами было столько же, то есть тоже 4. И каждая из посылок весила по 8 килограмм. Чтобы найти массу посылок с фруктами, нужно 8 умножить на 4. Получится 24 килограмма. Это масса посылок с фруктами. У нас вопрос был следующим. Мы должны были найти массу посылок с фруктами. Мы узнали массу посылок с фруктами. 24 килограмма масса посылок с фруктами. Можем записать ответ. 24 килограмма. Две буквы М. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте.